что находитесь в розыске, в курсе? Нет. За какое преступление? Задержаны. В машину, присаживаемся. В ходе проверки информации, полученной от местного населения, выявлен и задержан житель Большеглушицкого района Самарской области, подозреваемый в краже, который с целью уклонения от уголовной ответственности выехал в Перелюбский район Саратовской области. Данный гражданин передан полиции для проведения следственных действий.